Привет-привет! С вами Лилия Донскова, и у нас очередная посылочка. Не все время же говорить только о косметике. Я хочу также вам рассказать о тех интернет-магазинах, которые я нахожу благодаря Instagram и в которых я делаю покупки. И это первая моя покупка в интернет-магазине Натали 37. Я заказала домашний спортивный костюм, сегодня получила посылку, мне не терпится открыть и посмотреть, что же там внутри. Сейчас вместе с вами буду это делать. Обожаю сама смотреть распаковки, и также когда сама получаю. Сейчас жду еще несколько посылок, надеюсь, они успеют прийти до Нового года. Я, например, настоящий шопоголик. А вы? Я очень люблю делать покупки. Итак, я заказала костюм, давно хотела такого плана костюмчик бархатный. Вау, какой хорошенький, на молнии. И я взяла себе 46 размер. Кстати, ткань очень хорошо тянется, такая бархат стрейчевый. О, какая прелесть! Сейчас посмотрим, как все сшито. Я все время рассматриваю шовчики, смотрю, как все это исполнено. Внешне мне, конечно, очень нравится. Отстрочка аккуратненькая. Внутри все оверлоком сделано. Все аккуратно. Магазин Натали. Все написано, так классно. Ну, по качеству все супер. Посмотрим штанишки. Ох, какие штанишки! Они с карманами, как это хорошо. Ну, я думаю, прям мой размерчик, прям то, что нужно. И мне нравится, что снизу они зауженные, и надеюсь, они мне будут очень хорошо. Не терпится померить. Я быстренько переоденусь и вернусь к вам. Та-дам! Костюмчик, как говорится, сел идеально. И меня очень радует этот производитель, Ивановский трикотаж, сделано все отлично, ткань приятная к телу. Мне понравилось то, что не сковывает движение, потому что когда дома, то хочется занимать какие-то непосредственные позы и не бояться, что вытянутся локти, колени, и чтобы движения не сковывались. Все удачно село, курточка замечательные по длине, штанишки по длине хорошо, везде на талии, на попке, на спинке, это все очень-очень комфортно. И если вы хотите заглянуть в этот магазинчик, чтобы тоже что-то себе приобрести и пошопиться, то вы должны знать, что там более 5000 наименований, и каждую неделю происходит обновление ассортимента. И к Новому году идет глобальная просто скидка 31% по специальному промокоду, будет 311-219 промокод. Вы его укажете, то есть следуя инструкции, и под этим видео я вам все скину, не переживайте, все ссылки, куда заходить, какой промокод вводить и так далее. Если же вы не успеете до Нового года сделать покупку, а будете делать после Нового года, чтобы получить дополнительную скидку, укажите промокод Лилу, просто на английском языке, и вам тоже будет 7% дополнительная скидка. Это, я думаю, тоже приятно сэкономить немножечко из семейного бюджета. Итак, что я хочу сказать. Ну, я счастлива, я рада, что у меня появился новый классный костюмчик, и вам я желаю классных покупок, счастливого завершения этого года, и с наступающим Новым годом, удачи вам, хорошего настроения и классных нарядов. Нарядами нужно быть не только на работе или в гостях, а дома тоже. Пока-пока!